Объем рыбопродукции и глубокой переработки растет на Камчатке. Губернатор региона Владимир Солодов рассказал о том, что в крае открываются все больше рыбоперерабатывающих заводов. Предприятия ежегодно выпускают от 900 до 1300 тысяч тонн рыбопродукции, включая рыбные консервы. На долю региона приходится четверть объема производства переработанной и консервированной рыбы в России. Если еще там, 10 лет назад основная львиная доля продукции отправлялась с района промысла практически в необработанном виде, то сейчас все больше глубина нарастает. Это и производство филе, это производство фарша, это использование рыбных отходов, которые на самом деле не отходы, а это ценное сырье для тех же самых биологически активных добавок, как омега-3 для производства косметического, для производства, связанного с рыбной мукой, с кормами, которые из вот этих отходов рыбной промышленности могут производиться. Глава региона отметил, что обеспечение доступности рыбопродукции на полуострове является приоритетной задачей. Правительство края будет работать над тем, чтобы в предприятии общественного питания поставлялась свежая рыба по сниженным ценам, чтобы жители могли попробовать готовую продукцию, чтобы сезонная рыба была доступна и чтобы та готовая продукция, которая производится на предприятиях и судах, была представлена на полках.